Приветствую вас, мои любимые подписчики и зрители моего канала. С вами я, Михаил. В общем, продолжаем играть в War Thunder. Так, у меня все тут налаживается. Сколько у меня тут? 58 тысяч. Недавно было только я 4 тысячи, еще меньше. В общем, все хорошо. И плюс у меня есть такие вот усилители. В общем, сейчас что-то надо выбрать. Буду я выбирать по одному усилителю. Ну, то есть, если у нас есть вот это... Можно совместить, в принципе, с орлами и на очки. Но если вы прогораете, то у вас все прогорает так что... Ну как прогораете, то есть побьют вас быстро, не успеете выехать. В общем, лучше я постепенно буду, чтобы не обидно было. В общем, вот так вот. И за Советский Союз я также буду играть. Потом, возможно, за Германию. Тоже мне нравится, в принципе, но там еще не раскачаны. Вот, плюс техника ваших прадедов там, блин, это круто. Ну, то, что я имею в виду, наши прадеды воевали, да, и это как бы нашей нации техника вся, а не какая-то там германская, американская, в общем, вот. Еще недавно я тут играл тоже War Thunder, но не на запись, по-моему, я громко сделал, надеюсь, мне слышно, в общем... И, о чудо, я убил 8, ой, извиняюсь, 4 танка, то есть, 5 я бы добил, но мне там помогли, то есть, 6 от меня ушел, потому что игра закончилась, я уже не смог выстрелить. В общем, ну, 5 танков бы у меня точно было, для меня это рекорд. Танки все были крутые, то есть, тигры, ИС-2, там, в общем, не выши-то круто. И, блин, я просто был в шоке и думал, почему же я это не снял? Это было шикарные бои, знаете. Там я прятался, на меня вплотную шел танк и, в общем, стрелял в меня, не мог подбить, и я в него вот так вот. Ну, в общем, была война еще та, и это мне понравилось. Я почему так говорю? Потому что у меня не каждый раз такое происходит, и я еще учусь, скажем так. Так что бывают такие моменты. Вот, жалко, конечно. Единственный минус, что я не смог заснять это все. Вот, но это, ладно. И то это будет. Так, братан. Сейчас тебя подобью. Давай, я с тобой поеду. Хотя, ну его нафиг. Поехали отсюда. И нам собачим. Так, у нас точка А, которая уже захватывает. Эй! Японский. Ну ладно, мы все равно не успеем. У нас одна точка, поэтому заманухи будет много. Я имею в виду подъезжать к нам, брак. Так. Ладно. Кого-то уже шлепнули. Блин, я его не подобью. Как же так-то? В общем, у меня скоро снаряд будет новый. Я не знаю какой. В общем, ну, так, мне кажется, он меня ждет. Целился, я не мог это найти мишень. В общем, в итоге меня хлопнули. Ну ладно. Быстро при том. Давайте тогда ИС-2 попробуем. Больше так попадаться нельзя. Притом я усилитель, я не помню, выбрал ли я его, выбрал, по-моему. Как бы надо хотя бы пару танков подбить, а лучше больше. Надо какое-нибудь безопасное место взять, где я могу как бы без боязни, что меня с фланга, где-нибудь фланга зайдут или еще с какого-нибудь места. В общем, главное безопасность. Едешь, дальше будешь, да, мы только начали играть. Точка свободна, значит, да. Так, здесь меня и хлопнули. Ну, не здесь немножко, но вот. Болтан. Я почему-то никого не вижу. Ой, он нафиг прилетит сейчас. Мы немножко пойдем другим путем. Слушайте, это что у нас? Это танчик? Это тигр, наверное, да? Кто-нибудь, прикрывайте меня! Честно, не вижу. Тигр, да. Классно у него.
эргономика сделана. Так, хорошо. Едем. Сейчас будут враги на точку идти. В общем, все будет круто. Все будет. По полному военному праву. Так. Что, как? Куда прятаться? Давайте. Сюда попробуем. Ага, они там везде наступают. Ну ладно. Оу, первая жертва! Так, кого я там? 122. По-моему, мощный так-то. Ох, слушайте. Надо валить отсюда. Наверное. Не успел. Ладно. Давай, друг, покажи мне, что ты... Нравится мне этот самолет. Он очень маневренный. И пушка у него шикарная. В лес уходит, гад! Ладно, хрен с тобой. Да что такое-то? Воу, как вовремя, а? Какой же он маневренный, друзья. Просто не представляете. А вот по мне кто-то стреляет. Пам-па-па-па-па-па-пам. Тоже там самолет на хвосте. Оп, уходим. Видите, как это все классно выглядит. Так, а вот... Скотина ты. Где ты? То ли я дымлюсь, то ли он так и должен. По-моему, меня немножко попали. Воу! Сгорел все-таки. Ну хорошо. Так, захватывают же гады. Вашу мать, блин. Нужна поддержка. Атакуйте точку А! Я не вижу никого тут. Нафиг. Из-за огня. Ага, подбили. Да лучше. Класс. Задний ход у него, конечно, шикарный. Еще бы вперед так трогался быстро. Так, что там все это посмотреть? Там нафиг. Хорошо. О, наши опять захватывают. Молодцом. Победочка. Повороты у него, конечно, так себе. Это походу американец. Я уже начинаю отличать их. Раньше вообще не отмечал, кроме советских тех. Сейчас. Уже лучше. Ну что? Нет тут никого. О-о-о-о. Я даже не знаю, куда мне лучше встать. Не знаю. Там тоже битва еще никакая. Так. Смотрим. Внимание на карту. Блин. Командная работа, или что такое мы сделали? Держи, братан. Кого я там на этот раз? Т-34-85. Второй. Я не хочу успокаиваться на этом. Так, перезарядочку главное. Так, прикрытие есть. Хорошее прикрытие. Просто кто-то может сзади зайти, так что не вариант будет. Какая машина немецкая, мать ее за ногу. Хорошо. Сейчас еще надо одного прикончить. А, блин. Где? Фак. Никого нету. А когда никого нету, это опасно. А вот смотрите, кто стреляет же. Я только не понял. Ну давайте еще на самолете полетаем. Лучше уйти отсюда. Безопасное местечко. Ну. Так, на этот раз немецкий самолет. Вот он. Прикройте меня.
Враг народа. Сейчас, подожди. Давай. Ах, не хотел сталкиваться, конечно, ну ладно. Так бы еще, наверное, засчитали меня самолет. Я не знаю, они так, по-моему, не засчитывают, когда сталкиваетесь. Ну. Оп-оп-оп-оп, никого не вижу, никого не слышу. Ух ты, как там? Там прям война, на самом деле. Слушайте, а задний ход тоже хороший, так что... О, я еще не смотрю. Внимание на карту! Так. Смотрите, отступает. Отступает касатик. Так, ну что? Больше мы не будем сталкиваться. Слушайте, а мы практически всех уничтожили. Вау. Это классно. Давайте, я надеюсь, его успею стрельнуть. Так, двое, да? Ну что ты? Ну? Какого хрена я в него не мог упасть? Ладно. Еще самолет. Слушайте. Тут вот путь, да, с ними? А потом надо другую местность мне бомбить. Можно, в принципе, развернуться. Согласен. Даже согласны. Так, мой любимый самолет. Красненький, советский. Он не советский, да. У кого это еще будет звезды, например? Так. Братан. Походу. Давайте в него врежемся. Я не знаю тут. Держи. Опа! Так. Опасный ход, конечно, я делаю. Потому что сзади так. Тут никого нет. Ну ладно. В принципе, подъехали. Все, уничтожили. Вроде никого как бы не должно уже. Ну, что я могу сказать? Двоих я подбил. Но, в общем, надеюсь, по очкам хорошо будет. Сейчас только за серебряных львов бьемся. Ну, скажем... Так, я потом посмотрю, сколько я думал, 150 я выбрал, на самом деле, наверное, 300. И у нас созрело, не созрело? Нет, еще. Немножко, блин. Так. Ну-ка. 200. 150. Неплохо. Что я могу сказать? Как раз на Т-44 я буду зарабатывать. Там много еще надо на него. Давайте. Так. И что у нас? Очки. Тоже без этого сделаем. Так, что у меня? Растет касатик лидерства. Ну и вот заряжающий парочку осталось. И он будет просто монстр. СУ я в последнее время не играю практически. Я на нем очень плохо, скажем, за мишенью навожусь. Потому что там ограниченная... видение вообще идет, ограниченная наводка, и мне это иногда тяжело попасть. Т-34 у меня почему-то сразу под замес попадает, к сожалению. Ладно, хотя он такой бодрый, он и быстрый, и в принципе сила удара у него неплохая. Единственное, последний патрон бы надо, потому что не пробивает он мощные танки. Ну что, куда едет, да? Графику я сделал на полную. Вроде как-то. Но кроме видеокарты у меня еще процессор... Нет, видеокарта хорошая у меня сейчас, я прикупил, я не знаю, говорил вам. В общем, а процессор еще слабоват. То есть это еще старенькое. Но мне нормально.
после того, когда были вылеты каждый раз, мне даже очень нормально. То есть никаких вылетов сейчас нет. Памяти 4 гига видео. В общем, будем. Мне сейчас больше удовольствия, скажем так, доставляет играть в эту игру. А в прошлый раз, вот, допустим, я играю, все хорошо. И сейчас надоеду. Опа, то я не буду думать. Все классно, вы уже, можно сказать, вы еще какие-нибудь усилители берете. И вы вылетаете тупо. Это, друзья, как бы вы теряете технику сразу. Технику теряете. И иногда все очки из-за этого. Здорово. Правила ты что не соблюдаешь? Так, куда я еду? Я сейчас себя не вижу вообще. На самом деле. Надо не поплатиться. Ага. Мы едем совершенно в другую сторону. Боюсь-то там, да? Там, братан. Тоже вот это 4. Ляха-муха. Тихо-тихо-тихо-тихо. И патрончик пролетел. Так, ну что тут? Будет ждать меня, да? Вражеские войска захватили точку. Быстро. А его, по-моему, хлопнули уже. Надо ориентироваться. Так. Никого пока не вижу. Как-то я не туда, видимо. Ну не то, что не туда. Патронов много, можно тратить. Но здесь мне не нравится тусить. Хотя я такую карту, кстати, даже не припомню, если честно. Я, по-моему, первый раз. Да, кстати, засек. То время быстро так проходит. 25 минут. Оп-оп-оп-оп. Может, я его подобью? Никогда, конечно, не подбивал. Никогда не попадал особенно снаряда. Пулями попадал, но не подбивал. В общем. Так, наши еще одну зону захватывают. Это радует. Можно не бояться практически ехать. Практически не бояться. Так, смотрите, все блестит, все красиво. А, еще осталось, да, у нас? Враг перехватил инициативу. Хорошо. Враг тут и есть. Так, может сразу пробиться. Бам, пробил, молодцов. Ну что, а, блин. Так, это наша точка, да? Хрена там. Дальше отдыха. Ладно. Все блестит, все переливается. Классно. Вроде как бы ничего не изменилось такого глобального, но если присмотреться, то другими красками раз играл. Деревьев больше стало там и такое. Так. Давайте последнюю точку. Всех порвем. А Т-34 нуждается в таком подбитом. Я имею в виду трофеи. О! Опа. Так, помочь ему, нет? Опять что ли? Твою медь! А-а-а, да как так-то? Ой, то есть вы когда едете, дуло трясется, в общем, наведение вот это.
Ах ты, мог подбить его. Да что ж ты будешь делать-то? Мог, но не подбил, к сожалению. Ну ладно. Все тени вот эти вот переливаются, это круто. Так, ну что? Полетели бить, гады. Так, на меня летит красавчик. Попадание. Попадание. Отлично. Теперь я сделал все-таки это. Ага, еще один братец кролик. Серьезно, да? Оу. Блин, и не попал, да ладно. Ну, что ж ты, гад. У-у-у! Молодцом. Меня еще уже, да, сыграл. И победа в наших руках. Тихо, 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 тихо. Братец кролик. Ладно. Тебе повезло, братан. Я не смог развернуться, он не очень маневренный. Так. Ну, главное, один самолет сбил, это уже ты. Здесь тоже должен выигрывать. И не наоборот. Хотя, смотрите, две точки захвачены. Это уже очень-очень хороший показатель. Осталось парочку только поработать и подбить. Ну, лучше больше, чем парочку. Медлительный. Здорово, друг. Медлительный чел. Но дуло у него, конечно, что надо. Признаю. Так. Давайте сюда встану. Осторожничаем пока. Уезжать не буду, потому что он у меня становится вот так. Медлительный самолет. Давай, друг. Поехали вниз. Полетели, точнее. Бил. Попал, точнее. Поехали. Хорошо. По мне теперь бью. Ну, это так и должно, конечно, быть. Хрена не видно. Попал. Кто еще? Давай, 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 давай. Я просто планирую. Победа близка. Кайфово. Видите, там идет эффект. Не могу я в него попасть. Да, что ты? Уу! Еще и в него врезался, по-моему, да? А, извиняюсь, это такие эмоции. Но их просто не сдержать, друзья. А, лучше никак. По крайней мере, у меня. Да я, наверное, думаю, у вас так же. Ох. Кто там? Понял. Значит, здесь мясо. Так, пока я никого не вижу, лучше ехать. Здесь что такое? Оу, все что ли? А я даже никого не залепил. Ну, я самолет, конечно, подбил. Не спорю. О, легко, быстро и... Ну-ка, посмотрим. Надеюсь. Ну, думаю, в принципе, 20 тысяч-то есть. Неплохо. Патрон мы заработали. 110 тысяч стоит. Нормально, друзья. Давно у меня такого не было. Ага, если там убил хлеб. Бронебойный подкалиберный снаряд. Он-то мне был и нужен. Теперь подъемный механизм. Это у нас Т-34, да? Ух, слушайте, у меня тут еще не исследовано, офигеть, сколько. Скорости подъема орудия. Давайте вот это исследуем. Плохо так себе.
Давайте сейчас. Так, что у меня тут? У, очки растут. Так, сколько по времени? А то я сейчас увлекусь. Полчаса. В принципе. Давайте, и вы отдохнете, и я отдохну, и следующую серию мне проще будет снимать. Так что, всем спасибо, кто меня смотрел, друзья. На этот раз просто было все замечательно. Я считаю, ну для меня, по крайней мере, и я достиг какого-то результата за такое короткое время. В общем, и игра мне очень понравилась. В общем, всем спасибо, кто меня смотрел. Комментируйте, пальцы вверх, и всем пока.